урматтуу мекендештерим бардыгыңыздарга белгилүү болгондой өлкөбүздө президенттик шайлоо жараяны жүрүп жатат мен да бүгүн президенттик шайлоого катышуу үчүн арыз бердим ошого байланыштуу сиздерге кайрылып олтурам эки миң жыйырманчы жылдын төртүнчү октябрындагы парламенттик шайлоодогу мыйзам бузуулар бешинчи алтынчы октябрдагы элдик толкундоолордун келип чыгышына себеп болду бишкекте жана башка аймактарда нааразычылык акцияларга миңдеген адамдар катышты алар кайра шайлоо өткөрүүнү президенттин отставкасын катуу талап кылышты натыйжада борбордук шайлоо комиссиясы 4 октябрдагы шайлоонун натыйжаларын жокко чыгарууга аргасыз болду элдин талабы боюнча мурдагы өкмөт отставкага кетти жана өлкө конституциясында белгиленген тартипте жаңы өкмөт түзүлдү президент сооронбай жээнбеков өз ыктыяры менен кызматтан чегинди бул жыйырма биринчи кылымдын башындагы кыргызстанда болгон ири бурулуш окуялардын бири экендигинде шек жок бул жеңиш жалпы кыргызстандын элинин жеңиши болду элдик бийлик кыска мезгил ичинде өлкөбүздө саясий жана социалдык туруктуулукту калыбына келтирди баардык эл аралык милдеттенмелер буга чейинки эки тараптуу жана көп тараптуу келишимдер жана макулдашуулар толугу менен аткарылууда ошол эле учурда урматтуу мекендештер алдыбызда олуттуу жана жооптуу маселелер бар биринчи элдин талабын атқаруы мақсатында конституциялық реформалар даярдалууда Жақынқы күндері конституцияның жаңы долбоору жогорку кенештің кароосуна беріледі. баш мизамға өзгөртілер бойынша ар бир жарандын сунушу еске алынат жаңы конституциянын долбоору ел тарауынан қолдауға ей болсо өлкөдө башқаруының жаңы системасы түзіледі. Екінші, келеркі парламенттік шайлоолорду конституциялык реформалар аяқтағандан кейін 2021 миң жыйырма биринчи жылдын жаз айларында өткөрүү болжолдонууда бул маселе боюнча жогорку кеңеш тийиштүү мыйзам кабыл алып мен аға кол койгом үчүнчү борбордук шайлоо комиссиясы мөөнөтүнөн мурдагы президенттик шайлоону эки миң жыйырма биринчи жылдын онунчу январына белгиледи урматтуу мекендештерим Шуға байланышту мен өлкө президентінің ұйғарым ұқықтарын мұйзам чегінде тапшырып еріп, премьер министр қатары ұйғарым ұқықтарынды токтотуп президенттік шайлығы Қатардағы жаран катары катышайын деп чештім. мындан ары президенттің милдетін баш мұйзамға лайық жогорку кеңештин төрагасы аткарат учурдан пайдаланып менің талапкерлігімді қолдығын бардық саяси күштерге, коомдук ішмерлерге, жарандық коомго медиа тармагына илимий жана чыгармачыл чөйрөнүн өкүлдөрүнө рахмат айтам мага саясий кырдаалга байланыштуу ар кандай саясий күчтөрдүн басымына карабастан бир эмес үч ирет ишеним көрсөтүп келген жогорку кеңештин депутаттарына терең ыраазычылык билдирип рахмат айтам мындан тышкары чогуу иштешкен баардык бийлик бутактарынын мамлекеттик жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жетекчилерине терең ыраазычылык билдирем президенттик жарышка аттанган болочоктогу атаандаштарымдын ар бирин урматтайм жана аларга ийгилик каалайм ошол эле учурда суранып кетер элем шайлоодо өлкөбүздүн түндүк түштүккө элибиздин уруу уруга жана тууган туушканга бөлүнүшүнө жол бербейли ар бирибиз үчүн элибиздин тынчтыгы коомубуздун ынтымагы жеке мансаптан бийик болуш керек шайлоонун шары менен амбиция қалдырып өлкөбүздүн бүтүндүгүнө мамлекетибиздин ә, бекемдигине доо кетирбейли сүйүктүү кыргызстаныбыздын тагдыры тұрды, саясаттын курмандыгы болбош керек биз баарыбыз кыргызстандыкпыз биз бирдиктүү жана көп улуттуу элбиз биздин саясий көз караштарыбыз ар башка бирок көздөгөн түпкү максатыбыз бирөө гана ал сүйүктүү мекенибиз кыргызстандын жаркын келечеги бардык мекендештериме бекем ден соолук узун өмүр бакубат турмуш каалайм жергебизде тынчтык эл ичинде биримдик ынтымак ырашкерлик болсун өлкөбүз гүлдөп өніксін. Біздің ұраған бірдікті өл өніккен өлкө Көңіл бұрғаныңыздар үшін ыраазычылык білдірім. дорогие соотечественники как вы знаете в нашей стране идет процесс подготовки к президентским выборам Я тоже сегодня подал заявление для участия в выборах на пост президента. В этой связи я обращаюсь к вам. Массовые нарушения законодательства во время парламентских выборов стали причиной народных волнений 5-6 октября. В акциях протеста в городе Бишкек и других регионах участвовали тысячи людей. Они потребовали проведения повторных выборов и отставки президента. В результате Центральная избирательная комиссия была вынуждена отменить результаты выборов 4 октября. По требованию народа прежнее правительство ушло в отставку, и в порядке, в определенном Конституции, было сформировано новое правительство. Соромбай Джиембеков добровольно сложил с себя полномочия президента. Несомненно, это был одним из судьбоносных событий в Кыргызстане в начале 21 века. Эта победа стала победой всего народа Кыргызстана. Народная власть за короткое время восстановила стабильность в общественно-политической жизни страны. Все международные обязательства, а также подписанные к настоящему времени двусторонние и многосторонние соглашения и договоры выполняются в полном объеме. В то же время, дорогие соотечественники, у нас есть очень важные и сложные задачи, которые нам нужно решить не откладывая. Во-первых, идет подготовка к конституционной реформе. В ближайшие дни проект новой Конституции будет подготовлен его внесут на рассмотрение Джорху Кенеша. При рассмотрении изменений в основной закон будут учтены предложения каждого гражданина страны. Если проект новой конституции будет поддержан народом, в стране будет создана новая система правления. Во-вторых, как известно, Джорху Кенеш принял соответствующий закон, и я его подписал. Согласно ему, следующие парламентские выборы планируется провести весной 2021 года, после завершения конституционных реформ. В-третьих, Центральная избирательная комиссия назначила досрочные президентские выборы на 10 января будущего года. Дорогие соотечественники, в связи с этим, как ранее заявлял я решил сложить в себя полномочия президента страны, а также приостановить должностные полномочия премьер-министра Кыргызской Республики и как рядовой гражданин буду участвовать на предстоящих президентских выборах. Далее обязанности президента Кыргызской Республики согласно основному закону будет исполнять Турага джорху Кенеша. Хочу поблагодарить все политические силы, общественных деятелей, представителей гражданского общества, медиасферы, научной и творческой интеллигенции, поддержавших мою кандидатуру. Выражаю большую благодарность депутатам Джорху Кенеша, которые, учитывая сложившуюся политическую ситуацию, несмотря на давление различных политических сил, трижды оказали мне доверие. Помимо этого, Благодарю руководителей всех ветвей государственной власти, государственных и местных органов за совместную работу. Ко всем своим будущим оппонентам отношусь с уважением и желаю им успеха. В то же время призываю не допустить разделения страны на север и юг, на регионы или родственников. Сохранять мир и стабильность в стране интересы народа и государства ставить выше личных амбиций. Мир в стране, единство народа и безопасность нашего общества ⁇ это самые важные вещи. Для нас всех судьба нашего государства и родного народа должны быть дороже всего. Мы все являемся кыргызстанцами. Мы единый и многонациональный народ. У нас разные политические взгляды, но наша цель одна обеспечить светлое будущее нашей стране, Кыргызстану. Желаю всем своим соотечественникам крепкого здоровья, долгих лет жизни и благополучия. Да будет мир, единство и согласие в нашем народе и в нашей любимой стране. Пусть процветает наше государство. Наш девиз – «Единый народ, развитая страна». Благодарю за внимание.